Все, естественно, на фразе мы начинаем бросились дорешивать недорешенные дела, отложенные на перерыв, но сейчас они все подтянутся. И пока люди доходят, я заберу свой кофе. Ага, спасибо. Вот, и сейчас я с большой радостью предоставляю слово своему коллеге, соратнику, другу не знаю, что еще сказать, Тане Галчевой из Софии, из Болгарии. И, собственно, мы познакомились благодаря человеку, о котором сейчас Таня, в частности, будет говорить. И человеку, который для меня, собственно говоря, открыл какой-то вот этот вот аспект, наверное, да, проблемы перемещения в другое пространство. Потому что, когда мы говорим о переселении, мы говорим в первую очередь о той идентичности, которая была у человека на родине, и как ему с этой идентичностью быть на новом месте. И вот как раз Петр Михайлович Бициля, о котором будет Таня говорить, замечательный историк, историк из Одессы, который уехал из Одессы в 1920 году и потом много лет работал в Софийском университете в Болгарии. То есть для меня он стал примером, внятным очень примером того, как можно стать частью другого пространства, не меняя собственную идентичность. Да? И, кстати, я была за это критикована, вот, потому что я сказала, что мы не поймем теоретического наследия Бицили, если мы не учтем, что он стал болгарским историком. Вот. И меня обкритиковали и сказали, ну как можно российскую эмиграцию там разводить по национальным квартирам, там бла-бла-бла. Вот. Это отдельное явление российская эмиграция, но каждый из тех, кто бежал из развалившейся Российской империи и искал себе нового места, выбирал себе стратегию. Либо сохранять в себе свою вот эту вот такую сущность представителя Российской империи, где бы я ни был, да, либо вписываться в другое пространство и становиться его частью. Вот Бицили как раз, на мой взгляд, это замечательный пример того, как человек включается в другой проект. И лучше я просто предоставлю слово Стане, и это будет здорово, и мы все получим удовольствие, потому что я всегда получаю удовольствие от Таниных докладов. Спасибо огромное Оксане за добрые слова и спасибо организаторам за возможность еще раз рассказать о замечательном ученом Петре Михайловиче Бицили. А дело в том, что не просто потому, что я люблю рассказывать о Бицили, а потому что это действительно очень специальный случай в истории русской эмиграции. Вот Оксана сказала пару слов о том, что она была раскритикована, а я об этом скажу чуть-чуть побольше, потому что в моем докладе будет мой доклад, он в сторону того, достаточно ли эмигранту приложить все усилия, чтобы стать частью одного культурного, определенного культурного пространства. Достаточно ли человеку сделать все, что можно сделать с своей точки зрения, чтобы его приняли? Вот как раз, как ни грустно мне, я буду говорить о том, что в свои годы Бицили в Болгарии остался неуслышанным. И поэтому тема моего доклада в моем нансеновском паспорте «Монолог в никуда» Петра Михайловича Бицили. Дальше я буду читать, разрешите мне, потому что я себя, конечно, более уверенно чувствую, читая текст. Так. За последние
десятилетия изучение персонали русских академических иммигрантов первой волны в Болгарии составляет перспективную и обширную научную область, в которой сосредоточены усилия разных специалистов – историков, филологов, философов, богословов, вплоть до экономистов. Этот срок является уже достаточно длительным периодом, позволяющим заметить и некоторую асимметричность. Среди всех научных деятелей заметно выделяется фигура заведующего кафедрой новой и новейшей истории в Софийском университете профессора Петра Михайловича Вицели. Следующий слайд, пожалуйста, спасибо. Ему посвящено большее количество самостоятельных изданий, причем не только на болгарском, но и на русском языках, статей, архивных исследований. Вряд ли удастся легко обосновать этот интерес длительной профессиональной карьерой ученого или популярностью его учебников, или же фундаментальностью преподаваемого предмета. Достаточно вспомнить в этой связи имена Сергея Семеновича Демосферова, Михаила Георгиевича Попруженко, Ивана Александровича Базанова. Я рискну предположить, что личность Петра Михайловича Вицели осталась самой востребованной в нынешних посттоталитарных условиях по двум причинам. Первое. Его творческое наследие оказалось особенно актуально в процессе восстановления стертой памяти о прошлом. Б. Его человеческие качества, о которых сохранились воспоминания современников, раскрывают образ целостной, гармоничной личности не только в плане проповедуемых профессиональных принципов, но и в практике повседневной жизни. В итоге, на сегодняшний день, мы уже не только возвращаемся, но и приближаемся к Петру Михайловичу Вицели. Но уже начинают вспыхивать споры о том, кому он принадлежит. Имею в виду, конечно, намечавшуюся дискуссию между Марией Анатольевной Васильевой и Оксаной Андреевной Довгополовой по этой теме. О сути проблемы Оксана рассказала в двух словах, а я расскажу повод и, скорее всего, покажу повод для этой дискуссии. В 2015 году мы вместе с Инной Владимировной Голубович и при огромнейшем содействии от Оксаны Андреевны Довгополовой, которая написала нам замечательное предисловие, вот, поэтическое, такое красивое предисловие, мы опубликовали в Болгарии на русском языке вот эту книгу. Это было первое издание после 93 года, когда в Болгарии выходило самостоятельное издание Петра Михайловича Вицели, притом на русском языке. Вот оно к нашему счастью вызвало интерес русских исследователей. В конечном итоге рецензию на нашу книгу написала ученый секретарь дома Солженицына Мария Анатольевна Васильева. Само издание у него не вызвало никаких возражений, но вот последние слова ее рецензии были посвящены тому, что, мол, в предисловии Оксаны Андреевны Довгополовой встречается такая идея, которая очень опасна. Вот идея о том, что Вицели стал частью болгарского культурного пространства. Нельзя, сказала Мария Анатольевна, вот думать даже об этом. Вот в этом и суть намечавшейся дискуссии. Так. Изложенное соображение, так же как и тема нашего семинара, подтолкнуло меня к вопросу, до которого, кажется, современное вицелиеведение пока не дошло. О том, какие знаки своего присутствия в болгарском духовном пространстве оставил Петр Михайлович Вицели, и как ответила ему при жизни, подчеркиваю, при жизни болгарская общественность. Хотелось бы припомнить, что в начале 20-х годов прошлого века для бывшего экстраординарного профессора Российского императорского университета Болгария оказалась землей обетованной, единственной возможностью продолжить прерванную академическую карьеру. В начале 20-го года ему не сразу удалось найти место ординарного профессора в королевстве сербов, хорватов и словенцев, куда он попал после отплытия из Одессы на палубе корабля «Рио Парго». Как раз вы видите
вот этот корабль. Хочу еще подчеркнуть, что большинство фотографий, которые вы увидите на слайдах, являются частью личного семейного архива Петра Михайловича Вицина, предоставленной мне его внучке Наталье Андреевне Галь. В апреле 2020 года, после трехмесячного пребывания в городе, где нельзя достать ни единой книги, следующий слайд, пожалуйста. Историк попросил содействия как академика Кондакова, так и профессора Михаила Георгиевича Попуженко. Тут я открою скобку и упомяну замечательный источник, обнаруженный саратовским исследователем Михаилом Владимировичем Ковалевым. Не опубликованное до сих пор письмо Михаила Георгиевича Попуженко Александру Беличу, ректору Сербскому университету в 2020 году, Белградскому университету, с просьбой помочь в устройстве Петра Михайловича Вицины. Оно в очередной раз демонстрирует важность человеческого сопричастия в условиях экономической катастрофы и исторической катастрофы. Во время крушения любой национальности, любой институциональности, в том числе и академической, отдельная личность лишена возможностью ссылаться на свой профессиональный статус. В новой среде, которой ей приходится приспосабливаться, доминируют другие факторы субъективного порядка. Знакомство с коллегами, капитал индивидуального веса в чужом государстве и так далее. В 1920 году география русского интеллектуального изгнанничества распространилась в основном на Балканы и в Берлин, так что Петру Михайловичу Вицине сильно не повезло. В Белграде вакансий не было, а Софийский университет предпочел кандидатуру столичного профессора Эрвина Давидовича Грима, бывшего ректора Санкт-Петербургского университета. Два слова о том, как в эти годы выглядела болгарская столица в глазах русских. Грязная в марте месяце, плоская, без воды. София произвела на меня плохое впечатление, Петр Долгоруков. Находясь уже год на болгарской державной службе, я, несмотря на ряд попыток найти себе помещение, был вынужден жить в отелях, что помимо чрезвычайной дороговизны ставило меня в крайне тяжелые условия в смысле работы. Грими. Меня утешает только то, что все равно из Болгарии выставили бы. И во всяком случае оставаться там значит отказаться от научной работы. Письмо Николая Сергеевича Трубецкого к Роману Якобсону. Эти нерадостные свидетельства нельзя принять без оговорки, тем более опасно придавать им значение обобщения. В условиях эмиграции географическое пространство является весьма условным понятием. Оно полностью подчиняется личной исходной точке выбирающего свое место жительства. В конце трехлетного пребывания в королевстве сербов, хорватов и словенцев Вицина резюмирует свое положение в письмо Клавдии Васильевне Флоровской, находящейся все эти годы в болгарской столице. Масштабы у меня с вами не совпадают. Вы еще можете мечтать о Фрейбурге или Париже, но для меня после трех лет, проведенных в Скопле, и София рисуется чем-то вроде Парижа. Академическая карьера профессора Петра Михайловича Вицины в Болгарии началась с летнего семестра 24-го года, именно год, в котором началось строительство Софийского университета, и длилась 24 года. По окончании летнего семестра 1948 года. Все эти годы для болгарской администрации он был контрактовым иностранцем с нансеновским паспортом. Такое положение было основано на личном предпочтении. Ученый надеялся перехитрить, это выражение из письма дочери Петра Михайловича Вицины ко мне, систему и обойти возможность увольнения по возрасту. Анализируя отдельные поступки историка, мы можем заметить ряд экзистенциальных жестов, направленных в сторону активного участия в болгарской духовной жизни. Причем они сосредоточены не только в узкопрофессиональной области, а распространяются за пределы институциональных обязательств. На первом месте хотел бы отметить усилия, которые Петр Михайлович Вицины приложил к тому, чтобы освоить болгарский язык. В этом плане меня не очень беспокоит факт, что сохранились противоречивые воспоминания студентов-профессора.
Один из самых близких до 1944 года его воспитанников, будущий профессор Ганев, утверждает, что Бицили читал на болгарском, хотя и плохом языке. Другой, известный в прошлом журналист Владимир Свинтило, свидетельствует о том, что ученый говорил хорошо по-болгарски, писал сразу по-болгарски и преподавал на нем. Но для него было удовольствием опуститься в стихию собственного языка. Разрешите на минутку отклониться от конкретного примера, чтобы акцентировать факт, который не так легко заметен со стороны. Болгарский и русский языки чрезвычайно близки, и это очень опасно. С одной стороны, это сходство может спровоцировать лингвистическую леность. С другой стороны, даже самое прилежное усилие освоить вроде бы знакомые слова и построить из них нужное выражение могут не только ввести в заблуждение, но еще и привести к конфузным ситуациям. Не зря в болгарской литературе появился образ учителя физики Павла Ивановича Качулката, Качулка по-болгарски капюшон, русского эмигранта, дважды женатого в Болгарии, у которого уже подрастало собственное потомство в стране. Он никак не мог произнести правильное имя нашего государства и все время называл страну Болхарию. По-болгарски «болха» — это «блоха» человеческая. Итак, вернемся к факту, что профессор Бицили преподавал и писал по-болгарски. Обстоятельство, которое, конечно, способствовало интеграции его взглядов в чужой культурной среде. Нужно также добавить, что ученый не остался кабинетным автором. Он сразу стал печататься в болгарской периодике. И в этом плане я бы хотела наметить одну, кажется, неразрешенную проблему. С легкой рукой современных бицилиеведов было объявлено, что одной из характеристик творчества ученого является билингвизм. И на этом тема была как бы закрыта. Классифицировать определенные приметы типологически и накрыть их одним понятием, конечно, выглядит заманчиво. В некоторых случаях этот подход срабатывает. Например, в том случае, когда один и тот же текст без изменения или с небольшими изменениями печатается в разных журналах. Сразу приведу пример со статьей отца Георгия Флоровского о Тютчеве. Дошедшая до нас нескольких переводов, она была написана по-русски, опубликована по-болгарски и по-английски. Случай Бицили, однако, не тот. В большинстве случаев историк публикует на одну и ту же тему, иногда со сходными заголовками, разные варианты своего текста, причем четко разграничивая потребности тех, кому они предназначены. Так, например, мы бы могли найти элементы сходства между написанной по-сербски, опубликованной в Белграде статьей «Евразия» и материалом под названием «Евразиструто», размещенным в болгарской газете «Истук». Но это совершенно разные работы, которые хорошо было бы сопоставить, чтобы проанализировать исследовательскую кухню автора. В этом плане я рискну сказать, что мы даже и не подошли к намеченной проблеме. Кроме решения конкретных задач, более связанных с творчеством Бицили, путем такого анализа можно приблизиться к более широкой теме о том, какие лакуны восполняются в результате обнаружения автором ситуации непонимания. Отсюда к выводу о том, какие пути ведут к гармонизации в отношениях в свое, чужое, инородной среде. В отличие от ситуации в Скопье, где Петр Михайлович Бицили был вынужден приспосабливаться понемногу, в Софии ему, кажется, было легче. Хотя, учитывая некоторые местные особенности, трудно было бы выдвинуть такое предположение. В королевстве сербов, хорватов и словенцев историк начинал свою профессиональную деятельность на пустом месте, на поле сформировавшегося философского факультета, филиала Белградского университета, где все преподаватели сообща начинали работу с нуля. В Софии атмосфера была несколько иной, и она хорошо описана вышеназванным Христоганевым. Цитирую. Старые болгарские профессора проявляли себя как чурбаджи, помещики. Они приглашали на работу в Софийский университет известных людей и ученых, но не создавали условий, при которых они бы могли себя проявить.
Бетсили чувствовала себя относительно хорошо по сравнению с остальными профессорами-иммигрантами, потому что он читал основной самостоятельный курс, материал которого являлся экзаменационным. Отмечу, однако, что историк в отношениях с коллегами прилагал далеко выходящие за пределы обычной коллегиальной нормы усилия. Он старался популяризировать их работой в своей обычной русской среде, подразумевая под этим, конечно, мигрантское издание, или, что особенно важно, в других знакомых ему европейских изданиях. Не буду далеко ходить за примерами. Достаточно вспомнить рецензию на исследование профессора Петра Мутовчива о происхождении дома Осении, размещенную в газете «Россия и славянство», или статью об авторе все того же рассказа о Павле Ивановиче Качулката «Чудомире», напечатанную по-немецки в пражском журнале «Славише Рутшау». На этом месте хотелось бы остановиться. Я долго искала в периодике материал, чтобы опровергнуть непретенциозное примечание болгарского философа Красимира Делчева к публикации рецензии Янко Янева на первый болгарский учебник «Бетсили. Увод в изучаването на новата и най-новата история. Опит за периодизация». Учебник был опубликован в 1927 году. Делчев, как бы, между прочим, выступил с утверждением о том, что данная рецензия является, быть может, единственным серьезным отзывом на творчество Бетсили в Болгарии. Этими словами он обнаружил еще одну асимметрию, о которой мы не подозревали и которая до сих пор нас не заинтересовала. Почему заведующий кафедрой новой и новейшей истории в Софийском университете русский эмигрант, опубликовавший в ходе своей службы три отдельных, изданных по-болгарски учебника, а также ряд исследований, статей, докладов, ни разу не вызвал интерес своих коллег, которые могли бы написать и подписать рецензию своим именем должностью. Хочу заметить также, что упомянутый Янко Янев никогда не числился в академическом составе Софийского университета. Более того, он был опальным философом, не раз вызвавшим гневную публичную реакцию метра болгарской гуманитаристики тех лет Дмитрия Михайловича. Сама фигура такого рецензента могла бы вызвать неоднозначную реакцию, и текст, вероятно, был бы отброшен некоторыми читателями, сколь бы неосновательно аргументированным. Еще один нюанс. В опубликованном дневнике писателя Чудомира я не нашла ни слова о Петре Михайловиче Бетсили, посвятившего ему, единственному болгарину среди всех авторов, несколько своих статей, в том числе две по-немецки. В записках, сильно напоминающих в некоторых отношениях Мартилок, отмечен в виде событий уход из жизни разных деятелей науки, искусства и культуры, но 25 августа 1953 года, дата смерти профессора, полностью пропущена, и не только среди записей того же месяца. Следом за этими размышлениями искушаюсь вспомнить записи из дневника болгарского филолога, академика Петра Деникова, запечатлевшего свои разговоры с замечательным поэтом Атанасом Далчевым. Откуда появился у него интерес к философии? Из университета? Нет. Профессора по философии не дали ему абсолютно ничего. Уважал он единственно профессора Петра Михайловича Бетсили за его ум, за огромную культуру. На его лекции, хотя они были не по философии, а по истории, ходил всегда. От него почерпнул многое. Именно он обратил его внимание на Кроч. Еще одна отличительная примета, относящаяся к тому, как осваивался Бетсили на территории Болгарии. Он держался в стороне от конфликтных вопросов о русофилии и русофобии в болгарском обществе, хотя именно в это время не раз вспыхивали публично горячие дискуссии на эту тему. Один только раз он позволил себе показать свое отношение к происходящим политическим переменам. Петр Михайлович Бетсили дважды подавал документы на советское подданство, и дважды ему было отказано. Во второй просьбе о советском гражданстве
содержится предложение, относящееся к политическим событиям 9 сентября 1944 года, когда под угрозой наступающей оккупации Советской Армии в Болгарии произошла насильственная смена власти. Эти события историк без колебания назвал переворотом. Впрочем, последствия принятия такой позиции не применули, сказаться весьма скоро. И их заметили все, даже студенты. Цитирую слова одного из них, Мария Николова. По новейшей истории курс вел профессор Бицили, замечательный представитель старой русской школы, обладающий обширными знаниями и своим оригинальным, неподражаемым взглядом на историю. Прекрасно воспитанный и учтивый по отношению к каждому, даже самому незначительному из нас. Я хранила его книгу, не предназначенную для обычного чтения. В области общей культуры я очень многим ему обязана. После 44-го года он впал в немилость. Я как-то встретила его на улице, похудевшего, плохо одетого. Очень хотелось хоть немного помочь, но никак не могла решиться. Любая, даже анонимная помощь могла бы быть унизительной. А может быть, надо было письмом, несколько слов благодарности. Мне последнее очень горько, что я этого так и не сделала. В начале изменившего судьбу Европы 1939 года, в недолго просуществовавшем болгарском журнале «Родина», да, вы видите семью Бицили, можно следующий, пожалуйста, да, журнал «Родина», была опубликована статья Петра Михайловича Бицили «Что нация? Что такое нация?». В ней читатель сталкивается с излюбленным приемом автора. Неожиданное персоналистическое отклонение, в котором он снимает дистанцию между собой и читателем. Разрешите привести длинноватую цитату. Необходимость ее использования является поводом обратить ваше внимание на тот факт, что почти все болгарские тексты Бицили не переведены на русский язык. Следовательно, у нас нет единого кода для полного понимания ученого, так как немногие из нынешних исследователей хорошо разбираются в тонкостях соответствующего языка. У меня есть конкретные тому примеры, но на данном этапе отмечу только эту особенность и промолчу в конкретных деталях. Итак, слова Петра Михайловича Бицили в переводе с болгарского и еще разрешите одну скобку. Вот эти цитаты, перевод этих цитат, сделан Натальей Андреевной Галь, она никак не хочет упоминать этот факт, но я об этом скажу пару слов. У нас есть уникальнейшая культурная возможность. Вот внучка Бицили, которая родилась в Болгарии, с 43 по 63 года она жила в Болгарии, потом уехала в Швейцарию. Она сохранила свой изумительный болгарский язык. Сейчас ей 70, почти 75 лет. Она много лет работала переводчиком в Женеве, профессиональным переводчиком. 30 лет ее уговаривают переводить работы Бицили с французского, с болгарского на русский, и она отказывалась. Вот мне удалось ее уговорить. Некоторые переводы сделаны. Пожалуйста, если у кого-то есть интерес, у нас будет огромнейшая возможность вот, читать Бицили по-русски в переводе его внучкой. Итак, слова Бицили в переводе с болгарского. В моем нансеновском паспорте о его владельце сказано: русского происхождения, никакой другой национальности не приобрел. Что означает в данном случае слово происхождение? То, что нансенист родился в России и был русским подданным. Из контекста же явствует, что происхождение здесь отождествляется с национальностью. Однако сколько людей, рожденных и проживавших в России, были русскими подданными, но при всем том ощущали и осознавали себя не русскими, а поляками, литовцами, гренландцами, армянами, евреями или украинцами и так далее. Если это так, то можно ли говорить о том, что человек приобрел или не приобрел ту или иную национальность? Приобрел означает получил извне,
в результате какого-то волевого акта. Но человек не может приобрести своей национальности. Точно так же, как он не может приобрести нового носа вместо того, который имеется у него на лице. Человек может приобрести подданство, но не национальность. Ибо национальность является элементом его неделимого подлинного «я», а не чем-то подобным его пальто или шляпе. Профессору Петра Михайловича Бицири пришлось решать вопрос о подданстве в 1948 году, когда в Болгарии среди всех остальных изменений был введен и новый закон о гражданстве, запрещающий существование в правовом мире фигуры человека без гражданства. К тому времени ученые и его супруга получили уже два отказа в предоставлении советского подданства. Болгарское гражданство было единственным вариантом, позволяющим не оказаться беженцем во второй раз. Несколько лет я, при содействии родственников Бицири, разыскивала официальные документы о принятии болгарского гражданства. И, к сожалению, должна заключить, что и в этом отношении профессору не сильно повезло. Единственное доказательство, которое мне удалось найти, это выписка из регистра населения, в котором в графе 10 появилась запись, свидетельствующая о том, что согласно докладу полиции, в 1948 году профессор Бицири и его супруга получили болгарское гражданство. На мои просьбы в адрес Министерства правосудия был получен подробный ответ. Высшая наша институция, при которой должны храниться все дела лиц, получивших болгарское гражданство, сообщила мне, что она не располагает сведениями о том, что в соответствующих регистрах хранятся какие бы то ни были документы, свидетельствующие о получении болгарского гражданства Петром Михайловичем Бицири или Петром Михайловым Бицири. К нашему огромному счастью, Петр Михайлович Бицири оставил нам совет о том, как пережить грусть, вызванную ощущением национальной безалаберности, а также поставил вопрос, ответить на который мы можем только путем обсуждения. Разрешите в итоге всех этих размышлений припомнить заключительные слова статьи «Что о нации?». В истории нет ничего неизбежного, ничего необходимого. История не подчиняется никаким якобы им непреложным объективным законам. Людям достаточно проявить добрую волю и ощутить, что в интересах вместо взаимной эксплуатации найти путь взаимного сотрудничества, освободиться от шовинистического узколобья и понять, что если один народ желает своей свободы, то он должен признать такое же право и за другим народом. Как можно было бы достичь такого мирного сожительства между народами? Это, говорит Бицири, вопрос, выходящий за границы настоящей статьи. Спасибо. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Есть ли вопросы? Или это надо переварить? Вот, это надо, наверное, переварить. Скорее спасибо пережить. Огромное. Я вот для меня это моего собственного видения мира. Спасибо. И значит, мы движемся дальше. Движемся дальше. И переходим к докладу Алексея Каменских. Первая школа экономики. Алексей, отвечай на 5 статус, выходи.